Ну там все мы пользуемся социалками и постим у них что-то там, постим свои места, постим фотки, все дела. Ну, я хочу сделать такую штуку, как социалка, только она будет как бы обратно социалке. То есть в ней будет... Кто не записанный, тот записанный. Нет, в ней будут люди и... и роботы, и машины. Но не сбивальщики, какие парки. И котики. То есть люди будут собираться и собирать инфу о каких-то конкретных людях. То есть ты в ней ФСБ? Просто присутствуешь как профайл, и кто-то другой ходит, там что-то за тебя постит, он тебя видел, там где-то он запостил. Круто. Он что-то сфоткал тебя, отметил там где-то. Там вышла какая-то новость в инете, он тебя тоже туда закинул. Ну и вообще, какая предметная область всей этой штуки, предметная область интересна, это наши депутаты. То есть. Всех вас политиков молодых интересует. Собственно, если будет такая система, которая именно позволит видеть по времени, как вообще происходит действие там, того или иного человека, можно будет как-то адекватно его оценивать. То есть более адекватнее, чем просто видеть его по ТВ. То есть знаешь, что он не мудак, а иметь пруф? Нет, что он да, еще педофил, именно цель иметь пруф. То есть пруф, и чтобы этот пруф, он всячески, были разные виды пруфов, которые по-разному верифицировались, и, собственно, такая база факта. То есть ты хочешь сказать, можно перефразировать, это профиль публичного человека, но новости о котором собирают другие люди. Да. То есть, ну, словами, другими словами. Да, да, это идея. А ты думал насчет того, что будут люди, которые специально будут ставить негативные отзывы или позитивные? Да, специально будут позитивные. В принципе, да, но... Как отсортировать, то есть что реально, что нет? Важно, что это факт. Ну вот за троллями, что мы скажем, что вот Билл Гейтс вот там на столе лежит пьяный. Ну то есть, должно быть какое-то...